Всем привет! Встречайте нового блогера Евген Тутен. Будут пилить вам обзорчики на крутые тачки. Так, начнем, пожалуй, с внешнего вида. Тачки, да? В общем, что мне нравится? В принципе, классный цвет, он такой типа как под перламутр и блестит. Поближе, пожалуйста, вот сейчас надо. Блесточка. На что я обратила внимание, очень крутая ручка, но вот с ногтями девушкам как-то не, вообще не огонь, типа, ну прям очень сложно двумя руками, если у тебя пакет в руке или сумка, то ну, не очень такое. Ну, красивые колесики, все дела, тормоза тоже мощные, я думаю, по внешнему виду. Ну, типа, мне очень идет эта машинка, вот если вот сюда встать, то вот если здесь есть я, то это идеально. Если вот так, то, ну, в принципе, неплохо. Ну, литье красивое, черное, сочетается классно. Но это, наверное, больше дизайн. Так, сейчас мы направляемся внутрь. Так, ловким, грациозным движением руки. Удобно садиться вообще в автомобиль? Не очень, на каблуках будет вообще прямо отвратительно. А в юбке? Кажется. В юбке как было бы? Какого же такое? Ну, красивые руки. Подождите, Евгения, я к вам присоединюсь. Как вам салон, Евгения? Ну вот, от машины за 3 миллиона хочется чего-то другого на самом деле. Красивый руль, какие-то вот эти штучки необычные, классные. Ну вот... ощущение какого-то ретро-стиля, наверное, вот прям как-то не мое. Я люблю всякие новаторства, все новенькое, красивенькое такое, вот прям это мне заходит. Ну, а если бы кожа была красного цвета, допустим, что-то бы изменилось? Нет. Блядская кожа, если еще и девушка будет за рулем, то это вообще какое-то, я не знаю, конечно. Ну, отделка не пахнет люксом, да, за 3 миллиона хотелось бы что-то люксовое. Ну, я уже посмотрела, удобненькое зеркальце, все удобно, с подсветочкой, красится, все дела, в темноте будет идеально смотреть и в зеркало пилить видосики, истории. Ну, в принципе, что еще вам сказать, дорогие мои подписчики? За 3 миллиона, мне кажется, можно купить лучше машину. Ну, вот как-то, возможно, по ходу она классная, спортивная машина, ну, вот как-то внешне мне бы хотелось чего-то другого. Ну, я полностью, наверное, поддержу свою любимую девушку, потому что эта машина, весь ее кайф, конечно, в технике, в цифрах, в математике. Внешне она за свои деньги спорная покупка, вот так вот скажу. Да, если у тебя уже есть и Panamera, и какой-то AMG Mercedes, еще взял как бы, ну, себе еще Геттера. Ну, таких же мало людей у нас настолько-то обеспеченных. Ну, лично я свое мнение выражу позже в финале этого теста. Пока!